Как жать видео ниже 8 мб? Перейдите на azazip.com и нажмите жать видео, затем перейдите к сжатию видео размером менее 8 мб. Нажмите выбрать видеофайл для сжатия, чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите видеофайл прямо в azazip. Нажмите жать видео. Начнется процесс сжатия, который займет некоторое время. Нажмите на предварительный просмотр, чтобы просмотреть сжатый файл. Нажмите сохранить видеофайл, чтобы сохранить сжатый видеофайл в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.